Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики, всем привет, меня зовут Ведьмак, это прохождение игры Ведьмак 3, Дикая охота, дополнение Кровь и вино, на сложности насмерть. В предыдущей серии мы с вами выиграли турнир рыцарский, эта же серия будет посвящена турниру по Гвинту, большой турнир в Боклере. Вот, кому не интересно смотреть, как я играю в Гвинт, может сразу же, в общем-то, заканчивать смотреть, потому что за час игровой, который мы проведем, я думаю, мы ничего другого не успеем. А думаю я это потому, что сейчас мы в настройках. Настройки, игровой процесс. Где она тут? Включим уровень сложности Гвинта трудный. Вот, я думаю, это нам усложнит задачу в итоге. И мы будем страдать. Не знаю, будет ли этот гвинт похож, точнее, этот турнир по гвинту похож на предыдущий в Новиграде, поскольку там еще были всякие интриги, какие-то потасовки и тому подобное. Вот, не знаю. Или же это будет просто турнир, исключительно посвященный гвинту. А как войти-то к вам, господа? Вы меня смущаете. Я вот, видите, даже очечки принадел, чтобы лучше видеть, какие карты мне сдают, конечно же. Угу. А чё красиво тут, на берегу озера. Такое приятное местечко. Правда, столы почему-то завалены едой, а не... Осталось свободное место для того, кто будет играть с Келлиги. В смысле? Подожди. Я должен играть с Келлиги? Радишься таким страшилой и ничего... Уверяю вас, с Келлиги масть не слабее остальных. Скоро это будет признано повсеместно. Ну, не знаю. Я обычно играю Нильфгаардом, так что, пожалуй, я еще подумаю. Меня зовут Геральт из Ривии. Я прочитал о турнире по Гвинту и... И попал точно по адресу. Меня зовут Мартин Монье. Я главный организатор. Ага. Турнир наш не просто развлечение. Мы надеемся рассказать о новой масти, которую придумал мой брат, о колоде Скеллиге. А как возникла идея сделать новую колоду? Все в Боклере знают, что я большой энтузиаст игры в Гвинт. Таковым был и мой, к сожалению, уже покойный брат. Другой же нашей общей страстью были путешествия. В молодости мы много времени провели в море. Путешествовали по самым разным уголкам мира. Но больше всего нас очаровали острова Скеллиге. До сих пор у меня перед глазами эти мрачные скалы, о которые разбиваются волны бурного моря. Это они подвигли моего брата создать новую масть. Расскажи мне побольше о новых картах. Облик карт передает дух островов, что увлекают варварской красотой. Изображены же на них герои скеллигских легенд, берсерки и разные создания островов. Лидер колоды, разумеется, король Бран Тиршах. Так он же умер. А другие знаменитости? Хьялмар и Керри Санкрайты, хотя и порознь. Герои Хеймдаль, славный друид Мышавур и многие другие. Блин, но если придется играть только с Келлиги, я эту вообще колоду не знаю, у меня ее нет. Что делать? А могу я поучаствовать в турнире? Да, одно место пока осталось, но есть условия. Ты должен будешь играть картами из колоды с Келлиги. Видишь ли, я просил об этом многих опытных игроков, но они боятся всего нового. Для них слишком важен выигрыш, поэтому они предпочитают играть своими испытанными колодами. Ну, я понял. Одним словом, тебе нужен кто-то, кто докажет, что Скеллиги не хуже испытанных колод. И выиграет турнир картами, которые придумал твой брат. Я вижу, мы замечательно друг друга понимаем. Взгляни на трофей. Если победишь, он станет твоим.
И правда, выглядит неплохо. Можно будет поставить его на буфете. Ну, допустим, я сыграю, а ты мне колоду-то дашь? Согласен. Я сыграю этими новыми картами. Я чрезвычайно рад это слышать. Еще одна маленькая деталь. У меня только основная часть колоды. Мой брат раздал и проиграл много важных карт. Так. Значит, этими картами выиграть турнир не получится? Это можно легко исправить. Померяйся силами. Твою мать! Игроками. Я знал, что верни это придется недостающие делать. Карты. Заодно и потренируешься перед турниром. Так хер ли я потренируюсь, вот ли у меня... Карты, с которыми я могу расстаться. А остальные я оставлю себе. Я собираюсь играть такой же колодой. Родишься таким страшилой. Так. Ну, я выиграл. Часть карт я выиграл, получается. Да, нужно еще три где-то найти. Это не так-то просто. Так, где там колода для Гвинта? Давайте хоть посмотрим, что за карты. А, скеллиги, да? Лидеров, я так понимаю, я могу выбрать, да? Плохую погоду, отряды утрачивают половину боевой силы. В смысле? Может, вражеские отряды? Или только половину, я не знаю. А отбой обоих игроков тасуется и возвращается в колоды. Вот это вообще какая-то странность. Ладно, пока пусть будет этот... Пример, я его понимаю. Так, давайте хоть посмотрим, что у них за карты. Но эти-то понятно. Тем можно везде играть. Лугас синий. Это просто боевые карты. Улов. Давайте наберем. Так. Этого обязательно. 12. Хорошая сила у карты. Так, тут надо кучу таких же воинов. Или берсерков. Но у меня их нет. Воительниц. Так, вот это нам можно взять теоретически. И все, что... Ну, это продает только... Так, этих ребят, кстати, можно взять. Мышаур. Мышаур бафает тех карт, у которых медведь нарисован. Но их надо побольше собрать тогда. Сейчас посмотрим. Героев. У меня есть Хьялмар. У меня есть Мышаур. Бафер. Думаю, его можно взять. Так. Ну, среди оставшихся, понятное дело, чучело можно взять. Рок. Кайзен. Это довольно стандартно. Так. Что-то еще у нас есть. Этих гавриков. Думаешь? Это что такое? Уничтожает самую сильную карту или карту на поле битвы. Ну, можно взять вместо казни. Вместе с казнью. И берсерков этих у меня получается сколько? Один. Да, один. Два берсерка. Но оно того не стоит. Даже мышаура можно и не брать толком-то. Не, ну кого-то брать все равно придется, конечно. Он призывает драккары. Блин, херово, у меня недособранная колода. Ее нужно собирать. И причем не только три оставшиеся карты нужно, я так понимаю, выиграть всю колоду. Ну, это получается гораздо сложнее, чем я думал. Ой, куда я пришел? А ну, с тобой можно поиграть? Я думал, у нее живот болит. Так, я с ней играл. Так, а давайте глянем. У меня же была книжечка, которая позволяет посмотреть, где карты. Божечки, вот, да. Так. Ну, это не те. Это карты вне скеллиги. Ну, блин, придется играть со внесными, получается. А я еще их толком не открыл. Жаль. Значит, так все просто не выйдет. А, блин, я заблудился в этом доме. Коржач. Бэм. Ты что тут делаешь, Пьер? Тысяча чертей. Что за стиль? Сразу видно... Северянин. Сразу видно быдло. Простите. Ну что тут прощать? Переодеться вам следует и побыстрее. Прошу в салон. Ну проходите. Нет, сразу такой. Сыграть в гвинт.
Так, ну я с картами Скеллиги сейчас играть-то, конечно, не буду. Я буду стандартно играть Нильфгаардом. Кучу шпионов, как обычно, дали. Так, какую карту обменять? Ну, можно какие-нибудь боевые карты обменять. Типа вот этих вот. А, да, не лучше. А хоть этот достал. Так, мой ход. Давайте этого мудака поставим. Чё-то посланники лучше, чем рыцари, я понять не могу. Что за наглость? Больше чучел, богу чучел. А мне больше карт. Ух, у него такой же есть. Прикольно. Логично. Этого я и ожидал. А чё у нас там 7 на 16? Ладно, поиграем в чучеломанию. Давай еще одного заберу. Ну и хорошо. Этого 7. Он мне не очень нравится. Тем более он в отбой пойдет. Я в любом случае могу его вытащить. Этой картой. А, нет, не этой. Вот этой. Так, всякие шняги. Понабрал. Можно этот раунд слить, в принципе. Хотя у него карты, я смотрю, не особо-то меньше, чем у меня, казалось. Ну и все. Больше забирать нам никого не надо. Дальше. А, мой ход, да. Так, ну я могу вытащить кого-нибудь еще из померших ребят. А, только вот этого, да. Ладно. Больше карт, богу карт. Это одни и те же, или я не помню. Молодой посланник, да. Они будут бафаться. Так, а ты кого вытащил? Тоже шпиона. Шпионы атакуют. Он тоже за Нильфгаард играет. Я думаю, что шпионов-то столько. Упс. Что-то я перестарался. Нихера себе, дикарь. Он меня обошел по количеству карт. Но пока не обошел по очкам. Потянем время. Блин, у меня скорпион, правда, так-то. Такой симметричный парень. Ой. Сволочь. Сейчас я проиграю, по-моему. Что-то мне не нравится этот раунд.
Ок. Как обычно, в эту игру можно играть вдвоем. Велинтритен мертвы боюют. Такая себе идея, чувак. Блин, у него карта все равно больше, чем у меня. Вот падла. Остается только выложить цели и спасовать, потому что эти карты бессмысленно использовать. Давай, докидывай свои карты. Я из тебя все выманю. Падла. Очень помогло. А, спасибо, что увеличил мне силу. Ну, правда, карты себе достал. Но это ему не сильно поможет. О! Лузер! Что такой недовольный? Партняшка. Молодой берсерк. Хорошо. Я что-то у него украл. Ой, а тебе что надо? Живописец. Беловолосый. А? Меня зовут Геральт. Что тебе нужно? Эти твои волосы, этот шрам, это выражение лица, они идеальны. Ты хочешь от меня чего-то определенного или просто восхищаешься моей красотой? Восхищаюсь. Восхищаюсь и жажду. Ты такой грозный, такой мужественный. Если ты пытаешься уговорить меня на свидание вечером, ничего из этого не выйдет. Вечером? Невозможно. Для портрета необходим дневной свет. Портрета? А как иначе? Твой портрет анфас в полный рост на фоне лучшего пейзажа во всем Тусенте. Попозируй мне. Само собой, за работу ты получишь достойную плату. Ну, я вообще-то собирался по другому делу, ну ладно. Ладно, но времени у меня немного. Абсолютно, абсолютно. Мы лишь прогуляемся немного. На холмы за городом. Идеальный пейзаж станет достойнейшим обрамлением твоей нетривиальной физиономии. Сейчас сам по физиономии получишь. Я только заберу из мастерской мольберты и подрамники. Блин. Вот ввязался. Встретимся около полудня у западных ворот, недалеко от дворца. Оттуда а, ну ладно. Отправимся. Тогда нет необходимости сразу тут квест выполнять. Хай! Тяжко на службе с пустым брюхом. Но, я так полагаю, все так просто не пройдет, иначе было бы не по CD Projekt Red'овски. Ох, как темно тут у тебя внутри. Зажег свет, зашел. Нужны новые поножи? Я не рыцарь. Сделай мне гвинт, пожалуйста. Может, сыграть? Так, ну, за скеллиги я пока играть не буду, наверное. Пока мы не собрали больше всяких интересных карт. Давайте продолжать играть за нильфов. Так. Наверное, два руга мне ни к чему. Ну ладно. Так себе. Расклад не очень получился хороший. И шпионов нет. Вот что обидно. Ого, ты сходу впилился. Ну ладно. Жесткий парень. А вот у него шпионы есть. И мне их забрать толком нечем. Вот это вот обидно.
Ладно, допустим. А лютик у него тоже бафает, вот что печалит меня. Так, ну я пока еще его выигрываю по количеству карт. По количеству очков. Да у него шпионов, я смотрю. Ты же за Королевство Севера играешь, падла. Откуда у тебя столько шпионов? Ну, и чё? Мне что-то не хочется карты отдавать. Ладно, на этом хватит. Блин. Зря. Отдал карту. У него 8 карт, у меня 4. Японы, мать, вот черт поганый. Ну, поехали. Плюс 2 карты. Сучка. Вот ты мракобес. Ну, а чё я не могу ее использовать? Опять это хрень. А, видимо, потому что в колоде нет второго дождя, да? Плохо. Я проиграю, кажется. Печаль, беда. Все, карт у меня больше нет. Ну да, с шпионами он, конечно, заточил. Расклад у меня был говёный, откровенно. И все, я проиграл. Вот пес! Да, может второй ливень взять. Хотя у меня есть специальная карта уже максимум. Ладно, хрен с ним. Так, тебе тут не с кем стыковаться, парень. Игра в шпионов, короче. True политика. Ну да, кто бы сомневался. Вот он и чё, Михалыч. Так, вернуть мы ничего не сможем. Хрен с тобой. Одного шпиона мы сможем вытащить потом. Так. На вот тебе. Окей. В этот раз у меня со шпионами получше, чем у тебя. Это не страшно. А, ну ок. Сам положил, сам убрал, молодец. Чё еще могу сказать?
Так, шестерки мне неохота выкладывать, я хотел еще казнь поюзать. Но у меня такое ощущение, что у него нет толком карт. Подождем, что он выложит. Шмяк. Ну ладно. Лето затащит. Так-то лучше получится. Так, что ты мне отдашь? Камби. А типа там петух, что ли? В смысле, из легенды. Свет! Я понимаю.
сосиски, ведь... Я понимаю... Логи, срологи, долбаная ганза. Как жить? Свежее мясо! Я понял.
четыре трупа, одеты в кожаные тулупы. Седой, ты, сука, культуру учишь? Прошу, проходите внутрь, мы... А, даже так? Может быть, У меня есть немного... необычно. Мне вообще-то не... Сыграем? Ведьмак не дурен. Может, с... Thank you.
завивка волос. Мое почти. Можешь? Может, сыг. Завивка волос, осветление, восстановление, перхоть и уничтожение. Есть ведьмак, нет проблем. Спасибо, что вы приехали, господин. Что за манеры? Клянусь честью. Так-то. Есть желание? Милостивая княгиня, солнышко наше ясное.
послали бестию, чтобы покарать нас за наше прегрешение. Гер! Как насчет? Кузница боялась дела, и сталь под молотом шипела.
Добрый человек! Мне понадобится полный набор новых подборов для Да? Я понимаю, что ты... одолел наших рыцарей на турнире.
Я понял. Опять блохи спать не давал. Здравствуй, победитель турнира! Это боги послали бестию, чтобы покарать нас за наше время. У меня лук выпал! Раз, два, три! Ты в один! У меня того! Это самые богатые сортименты. Это моей.
А? Говорят, их милость пригласили какого-то убийцу с севера, чтобы разобраться с бестией. А что, у нас своя... Ну ты хам! О, суда! Ну, я... Так... Заминь! Thank you.
Добрый, говорят, действие прямо с панцирем сожрала. О, ведьмак! Тот, которого досточтимая книга. Мята, крапива, добро. От боли в живот. Ну, извините. Внешность обманчива, и в любом... Смотри, са... Не хотел обидеть. Я и не обижаюсь. Это мне надо извиняться, что... Нет, из далеких кра... Боги, это ж на... То же, что и... Не желаешь сыграть со мной в гвинт? Мята, крапива, хвощ. Сама природа.
Может, сыграем партию в гвинт? А такой спалит.
Ха-ха-ха!